по многочисленным просьбам людей, подписчиков, записываю дополнительное видео по YKX X20. Люди задают вопросы про мотор-колесо, что на нем написано, есть ли биение заднего колеса, когда его разгоняешь на полную скорость, и какой контроллер стоит в версии велосипеда на 2000 Вт. Это якобы версия 2000 Вт, но непонятно какой контроллер. Люди говорят, что продавец лукавит и в 2000 версию ставит контроллер на 22 ампера, а это мощность 1000 Вт. Поэтому сейчас по порядку все эти вещи посмотрим. Итак, первое — биение колеса. Я установил велосипед вверх ногами, включил его, поставил максимальную пятую скорость на переключателе скоростей. Сейчас раскручу колесо и посмотрим, какие у него биения. Есть небольшое биение вверх-вниз, как будто покрышка неправильно установлена на колесо. Я абортировал, потому что у меня пробилось колесо. Возможно, я неправильно установил покрышку. Далее, касательно того, что написано на мотор-колесе. Здесь написано SKUK48V2000W20, решетка 2207078. Скук. Стрелка вращения. И больше никаких надписей нет. Контроллер в байке находится вот в этой части рамы, около руля. Открывать нужно именно левую крышку, так как к левой крышке этикеткой расположен контроллер. На этикетке вы можете прочитать параметры контроллера. Два винтика я уже выкрутил, сейчас выкручу третий и посмотрим, что там внутри. Кстати, эти винтики с правой и с левой стороны. С этой стороны тоже крышка. Советую подтянуть, потому что они были плохо зажаты. Ну, собственно, вот сам контроллер. На нем написано 22 плюс-минус 2 ампера. Номинальный вольтаж 48 вольт. Так что контроллер на 1000 ватт. В модели, которую китаец продавал как 2000-ную. Поэтому китайцы жестко обманывают с мощностью электроники этих велосипедов. Покупал я в магазине EKX, E-Bike Official Store. Так что вот такая дополнительная информация по велику. Люди были правы, что редукторное мотор-колесо 2000 ватт — это фантастика. Ну и вот, пожалуйста, китайцы поставили 22-амперный контроллер. Говорят, что еще бывают
встречаются 28-амперные контроллеры. Если вы встречали модель на 28 ампер, то, пожалуйста, напишите об этом в комментариях, поделитесь. Думаю, мне и другим владельцам данного велика будет интересно знать, насколько их обманул китаец. На этом все. Спасибо. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и до скорых встреч. Пока.